Как Pepsi облажалась с рекламой и чуть не обанкротилась. В 92 году компания устроила на Филиппинах лотерею. Минимальный выигрыш был 100 песо, а главный приз 1 миллион. Чтобы выиграть, нужно было найти призовое число под крышкой. В лотерее участвовали больше 31 миллиона человек. Это была настоящая золотая лихорадка. В последний день лотереи объявили, что главный приз получит обладатель номера 349. Но по ошибке на заводе было выпущено 800 тысяч таких крышек. На руках оказалось 600 тысяч крышек с номером 349 на общую сумму 32 миллиарда долларов. Выплата таких денег привела бы к банкротству компании. Всем победителям предложили по 500 песо, но на улицах вспыхнули протесты. Это продолжалось около года. Десятки людей пострадали и пятеро погибли. Теперь ты знаешь.